Доброе утро, друзья! Надела очки. У нас солнечная погода, грязюка везде. Только закончилась тревога, я решила пойти за хлебом. Значит, вчера была зима, много моря снега, потом дождь, потом снег. Лёва, ну что ты там? Сидят, гуляют. Сейчас самое главное, чтобы это все не заледенело. Грязище. Ну, как раз для того, чтобы помыть машину. Так, пойду куплю хлеба. И хочу, знаете, сварить суп. Просто на воде с приправами. Вот тупо вода, морковочка, лучок. На сливочном масле зажарить. И вкуснятина, чтобы было. Да, Лунечка? Еще вчера лежал снег. Еще, ой, поезд. Видите, как розочки. Лунечка, иди домой, иди. Как всегда, купила свои любимые печенки. Очень люблю куриную печенку. Вы знаете, девочки, я вчера попробовала форшмак у Олечки. Ну, делала ее мама. Поправить кофточку. Было неудобно за столом спрашивать рецепт. Я умею делать форшмак. Ну, я считала, что... Вот я считала, что у меня тоже вкусный форшмак. Как же я ошибалась. Он был подан вчера вот такими шариками на блюде. Прямо шариками берешь так на вилочку, накалываешь. И разложен хлебушек. Кто на черный, кто на белый. И вот вы знаете, вы все, кто меня давно смотрит, вы все знаете, что я очень люблю креветки. Креветочное масло. Опять гудит. Говорят, это не игнорировать, ну, друзья. Это невозможно каждые 5 минут выбегать куда-то. И куда я буду бежать? Значит, такой вкус, как креветочки. Я говорю, Оля, почему-то пахнет креветочным маслом. Она вот так сказала. Ха! В общем, возьму рецепт, девочки, приготовлю и поделюсь с вами. Значит, не то, что там запах креветки, а такой тонкий-тонкий вкус. Она мне сказала, что там и в помине нет креветок. И в помине. Я понимаю, что качественное сливочное масло, наверное, жирное. Смотрите, морковки не обнаружила. Лука тоже не обнаружила. Я не знаю, что там. Или так оно все перебито. В общем, очень и очень вкусно. Прям очень вкусно. Я сейчас супик на воде такой сварю. Девчонки, мои украиночки, почему к вам обращаюсь, я бы хотела у вас узнать. Вы смотрите такую вот экстрасенса, которая, ну, типа ведьма, ясновидящая, победительница битвы экстрасенсов. Ну, честно говоря, я никогда их не смотрела. Ну, может, пару выпусков посмотрела, больше давно, когда только начиналось. Вот она, победительница, Мария Тихая, которая сейчас вещает на фабрике Новен. И задают вопрос, она отвечает с такими губками накачанными, с такими ногтями длинными. Как вы вообще к ней относитесь? Вы слушаете или не слушаете? Я должна вам сказать, я когда ее послушаю, молоденькая девочка, до 30 лет, такая крупненькая. Так, перестань, выйди, пожалуйста, мне некогда, хватит уже. Хватит меня засыкивать, обсыкивать и все клянчить. Сил моих просто уже нет, потому что очень много. Так, и она немножечко так, знаете, как успокаивает. А с другой стороны, знаете, успокаивает, не успокаивает, не успокаивает. А с другой стороны, как наслушаешься, что ждет, так... Ну, конечно, я все подряд не слушаю, просто мне вот интересно, как вы к этому относитесь. В общем... Что бы они там ни говорили, какие прогнозы не были, да, девчатка? А время что? Время покажет. Время покажет. Такая погода, вот если бы не грязь и не лужи, я бы честно бы сейчас пошла бы на огород что-то делала. Я вам серьезно говорю.
воскресенье. Что я не люблю выходные. Не люблю я воскресенье. Не люблю. Ну вот обратите внимание, я варю полностью... Так, сейчас. Варю на овощах, на морковке и на луке. Зажарочку сделала, уже бросила. И еще вот так вот лук кинула. Не, ну что это у нее не хватает в организме, что она любит вареный лук? Вы такое вообще видели? Все люди плюются! Людочке, подавай вареный лук. А вот думаю сейчас сделать печеночный паштет. Хотела сделать с подливой, потом думаю, нет. Сливочное масло есть на хлебушек и будет вкуснятина. Фух. Так, Коки, выходи. Выходи, Коки. Коки, выходи. Ой, девчонки, знаете что? Еще. Да, макрель. Зашла только что я к Самвелу Адамяну. Ну, это к тем зрителям, кто смотрит его. Я давно уже не была. Что там мама по поводу коленного сустава, ножки. Замена, да? Ой, ребята, тихий ужас. Какое страшное зрелище. Какое страшное зрелище. Или он так снимает? Ну, что же это такое? Она ходит в трусах. Все наверху. Вы знаете, после таких вот кадров хочется сказать спасибо себе. Спасибо себе. Спасибо бабушке моей, что она меня воспитала. И хоть какие-то ценности привила. Какую-то любовь, какую-то тактичность и какую-то порядочность. Но это невозможно смотреть. То, что там все плачевно, это понятно. Ничего хорошего, да? Но то, что показывают нам, девочки, да, ну тихий ужас. Ну разве так можно? Ну разве так можно? Упала. А как это она упала? Как это она не сломала свою ногу, вот эту там, где прооперировали? Зачем это снимать? Зачем это все, вот это ноги в раскорячку? Я не могу понять политики, для чего? Чтобы что? Ну, чтобы что? Ну, а чем люди смогут помочь? Типа опять задонатить? Или, я не знаю, или люди, как люди, чтобы... Ну, чтобы что? Для чего это? Люди как смотрели, так и смотрят. Я, конечно, поражена, да? Не дай Бог, не дай Бог такую старость, не дай Бог. И вот знаете как, я вот смотрю, вот очень много людей. Одной рукой дают, второй рукой больно бьют. И вот так, все у него так вот, безмерная фанатичная любовь к матери. И в то же время, вот то, что я вижу, такая ненависть. Ну, ненависть, чтобы что? Ну, что человек хочет нам вот этим вот сказать? У меня есть своя жизнь. Я не обзорщик, я не обозреватель. Просто то, что я видела, девочки, я надеюсь, что мало у кого в семьях такое происходит. А даже если и происходит, ну, это же позор такое выставлять. Это же родная мама, это же мамочка. Это самое дорогое, что есть в жизни у человека. Сначала мама, потом дети. Шикарный. Просто шикарный получился. Что зрит куриная нежная печеночка? У меня, я вчера, перед тем, как идти в гости, варила капустняк. Не можем наесться, я уже говорила. И жарила гренки. И вот так с греночкой. Ой, класс. Сливочного масла хорошо бухнуло. К чаю просто бесподобно, да? Я сейчас так наелась, думала, есть не буду. А и нет. Так, который час я не знаю. Только что я выложила маленький. В общем, сейчас, девчонки, с 1 февраля можно выкладывать
Оно и раньше можно было, но сейчас даже поощряется. Для канала это очень полезно. Маленькие видеоролики, шортс рекламного характера. То ли рекламируешь свой продукт, то ли рекламируешь свой канал, то ли хочешь поднять зрителям свое настроение, так как площадка именно минутного вот этого коротенького ролика разрешает поставить любую музыку без ускорения, с авторским правом, которое не влияет негативно на канал. Монетизации там, конечно, никакой, потому что вся монетизация уходит правообладателю вот этих всех произведений, которые мы вставляем в видеоролик. Но я не об этом. За эту неделю еще я каждый раз буду благодарить. Спасибо, кто заходит. Спасибо, что со мной делитесь позитивом. Кто разделяет мое настроение, когда грустно-грустно, весело, мы веселимся, да? Я не знаю, все ли вы смотрите. Если смотрите, моргните одним глазом. Вот, девчонки, короче, не хочется грустить, даже когда на душе грустно. Вы знаете, это вот как действительно такая маленькая таблетка от плохого настроения. Включила камеру, поставила музыку. И можно вот знаете, на разрыв. Как умеешь, не умеешь. Ну вот, вы знаете, пускай ненадолго, но становится так классно. Так вообще, знаете, тепло, горячо. Девочки, знаете, что должна вам сказать? Вот я сейчас это вот съем, вот эту вот вкуснятину, да? И где тут какой килограмм задержится? Сколько я вчера съела? Сколько? Такое все вкусное, я уже говорила. Если постоянно делать здоровый... Ну, то, что здоровый образ жизни, это мне понятно. Хотя мне это не очень радует. Я бы такая, что я выпила в чарочку, но не могу. Вот такой, знаете, активный образ жизни, это очень хорошо. Девчонки, ешьте сало. Вот я вам честно говорю, сколько я раз на канале ела сало, показываю, как я его делала. Девочки, кто хочет похудеть, ешьте сало. Во-первых, за волосы я буду молчать, потому что волосы, вы видите, как я над ними просто издеваюсь, крашу, тонирую. Это не будем брать. Ногти. Раньше они у меня расслаивались, сломались, это просто... Укрепляет ногти, сами знаете, волосы. Это вы все знаете, просто вот сидит пример. Сидит пример. Да, у меня был этот как его зовут, господи, этот гормональный сбой. Но все равно я ж то ела. Вот сейчас. Девчонки, почему сало? С хлебом, с любым, какое вы любите, хоть с сухарем. Ну, без сала, без хлеба это выкинутое сало, понимаете? Кусочек съела, блин, на целый день. Тебе есть не хочется. Ты не заглядываешь в этот холодильник бесконечно, в эти кастрюли. Это прелесть, понимаете? Сало, ешьте. Для здоровья это класс. А ваше здоровье паштет. Все равно вкуснее, чем с говядиной. А так хлебушек гренку поджарила. Это ТикТок. Только выложу в шортс или в ТикТок выложу, или в Ютуб, сразу люди с улыбкой ко мне. Вот никто еще гадости написал, девочки. Никто еще не проклял, гадость не написал. Со сладким чаем это нечто. Это просто. Вы же со мной согласны, что нам не хватает сейчас тепла, доброты, эмоций, не хватает. А так включили на телку, да, улыбнулись. Как я люблю говорить, то ли у виска покрутили, то ли влюбились. Все остальное мы опустим. Потому что все люди что? Мой девиз какой? Все люди что? О, больше людей что? Хороших. За это и выпьем чайку сладкого. Зуб, зараза.